Вас ви дивитесь програму Їй студії. Сьогодні ми будемо розмовляти з заступником керуючого підприємства Зоряне джерело Максимом Єфименко. Вітаю вас! Знаєте, питання води воно завжди дуже актуальне. А коли це ще й літо, ну ви добре це знаєте, як людина, яка займається питною водою, воно там ну, зростає так. Ну, от, ви мені скажете, зростає, чи воно стабільно цілий рік? Ну такі об'єми одні й ті ж. Ну, хочеться почати з того, що от про історію створення вашої компанії, тому що ми знаємо, що багато компаній існує на одеському ринку. Вони пропонують там різні послуги, формули води так і таке інше. Як з'явилася ваша компанія? Скільки й років? Добрый день всем еще раз. Изначально хочу сказать, что наше производство было построено на основе того, что производство самих банок, тары. Mm -hmm. То есть это еще, естественно, до войны, до этих всех положений было. И большое количество производства мы выделяли для именно и для скважин и производства непосредственно всех тех компаний, которые сейчас у нас на рынке стоят. После того, буквально где-то, вот, допустим, компания 6 лет, да, спустя год мы поняли, увидели и узнали такую информацию, что у нас есть рядом скважина. И мы подумали, почему бы не запустить такую же свою компанию, параллельно как бы мы можем обеспечивать и банками, и, естественно, помимо этого, изготовлять свою воду. То есть со всеми нормами, допустимыми, очистками. Ну и вот Полезность воды, она всегда актуальна, могу так сказать, потому что вы правильно сказали, особенно когда летний период, очень жарко, непосредственно человеческий организм хочет требовать больше воды, то есть и очень качественной воды, прежде всего это здоровье, то есть как еда, вода и воздух. То есть это все зависит от экологии. Ну, естественно. И мы вот решили и приняли такое решение, что, точнее, все вместе, что можно запуститься, а почему бы и нет? Потому что вопрос актуальный на сегодняшний день и ранее был. И занялись производством, оборудовали цехи, непосредственно добавили себе цехи на производстве вместо есть, и добавили цехи именно для обработки и очистки именно воды. Mm -hmm. То есть на сегодняшний день вот у нас так появилась компания, она уже, слава богу, работает у нас 5 лет, ну, это так для круглой даты, вот уже шестой год пошел. И ну, успехи есть, и успехи в хорошем, в позитивной динамике растут, в плане того, что э, людям нравится, и качество воды у нас достаточно на уровне. Mm -hmm. э, все даже элементарно нормативные у нас э, по регламенту, И очистки фильтров, мембраны, все это у нас присутствует. Потому что у нас, э, знаете, э, коллектив такой собран. А как бы вам сказать, объяснить? Достаточно підентичні люди, які відноситься як себе, так і людям. Uh -huh. То есть, ну, з такими целями. І отак, вот вот, в принципі, коротка історія створення води під предлогом того, що ми теж можемо бути на ринку. Ну, uh -huh. А ви сказали тільки що, що історія створення води. Так? А, uh -huh. У кожної води є формула, так, я розумію. Окрім H2O, так, це, так, -так, -так. ми розуміємо, це вода, але туди входить дуже багато компонентів. которые, скажем, полезны для людей. У вас какая-то особенная формула? Чи это какой-то стандарт? Э, ну, смотрите, то есть, как бы отхождение на формулы H2O мы не сильно отошли от нее, грубо говоря, с добавлением того, что э, она имеет легкое содержание, реально процентного соотношения, э, точные цифры сейчас не смогу сказать потому что там в сотых или в тысячных элементарно юдированное то есть то что очень хорошо способствует заживлению организма и обмену веществ непосредственно влияние положительную динамику влияния на организм скажем так в двух словах то есть это одна из особенностей как бы многие компании тоже это добавляют но процентное соотношение иногда бывает чуть выше чем у нас? Мы, допустим, я сам перебирал, смотрел вот на составы и даже по вкусу пробовал, естественно, тестировал, потому что по производству надо самому попробовать людям ты так ну, просто не продашь и не отдашь эту воду, потому mm -hmm. что хочется наслаждаться водой, это элементарно, это, на, ну, это ежедневное потребление, mm -hmm. особенно питьевой и в качестве, допустим очень сильно знаю мамы, папы, переживают за своих детей, потому что это очень глобальный такой вопрос именно в плане детей, как бы у всех есть семьи, особенно у нас на производстве мы элементарно, ну все тоже пользуемся естественно собственным, собственным продуктом угу. и постарались сделать настолько вот мягкую и правильную воду, скажем так, чтобы она никак не не акцентировалась, то есть вы ее пьете. И вы наслаждаетесь, ну, то есть угу. э, вот в таком смысле ключе мы делали, и как бы особенности воды отхождения, повторюсь, таки, от формулы, ну, ключевых нет, то есть потому что есть определенные стандарты элементарно по формуле и на влияние организма. То это все подбиралось непосредственно не Просто, допустим, с головы взято, а это непосредственно подбиралось именно командой профессионалов, даже элементарно были знакомые, которые работали как санэпидемстанция, допустим, да, и мы тоже советовались, как лучше будет, почему, потому что это очень тонкий вопрос в плане вот для человека, то есть, ну, вот в каком-то таком смысле. Даже mm -hmm. я бы сказал, почему? Потому что грешить на другие компании никто не будет, и, то есть у каждого есть, ну, свои, то кто-то делает ее более минерализированную, то есть, с добавлением. Они так регламентируют. У нас достаточно средний нейтральный продукт, могу mm -hmm. так сказать. То есть нет большого количества минерального содержания, потому что тоже большое минеральное содержание, сказывается не всегда хорошо на организме. Ну, в летний период, допустим, можно сделать на это упор. Но так как у нас все, ну, занимает 6 месяцев у осени, даже не 6, а 9 месяцев занимает практически весна, переходящий момент, не сильно жарко, но пить тоже хочется, зима холодно, но пить тоже хочется, лето это единственный, даже даже осень, то есть уже прохладно, непонятная погода, пить хочется. И вы, мы рассчитывали на диапазон, что люди будут мягко пить воду именно все три, и в летом потребление как бы минералов, даже элементарно советую, когда мне заказывают, я один момент ну, проработал достаточно долгий период ну, в спортивном питании, да, и я знаю, что организму больше ну, нравится. То есть, у меня сфера такая достаточно глубокая, и в плане организма человека я достаточно осведомлен, то есть подход, подход такой более глубокий, и я советую иногда я говорю, если вы хотите, предупреждаю сразу, то есть высокого минерализации у нас как таковой, ну она есть то есть, но она не сильно высокая, не с завышением норм. А если хотите на летний период, ну элементарно, даже своим консультантам, которые консультируют людей, по телефону элементарно, когда заказываете, и задается вопрос, вот какая у вас вода? То есть, ну, человек вот аналогично же отвечает, наш сотрудник на колл-центре, что содержание нейтральное среднее, то есть чтобы человека был был, был выбор либо добавить себе что-то ну в рационе, либо же ну, не уменьшать, то что уменьшать тяжелее, чем добавить, как оно попадает в организм. То есть советую ментально просто даже какие-то минералы покупать, ну mm -hmm. дополнительно, потому что интересный вопрос даже вот и с процентным содержанием э, вот йода, на что мы упор сделали, потому что это один из таких важных факторов. В плане йода тоже сделали достаточно усредненную, потому что очень много людей знают тоже со спортивной карьеры, допустим, своей в прошлом, что йод не всем полезен в больших количествах. То есть мы должны охватить как можно больше людям помочь в плане вот воды выбора, чтобы они выпили, остались довольны и не повлияли, потому что йод он тоже копится и тоже ну, оставляет свои как положительные, так и отрицательные качества. Ну, то есть угу. это вот такого вот тонкий тоже вопрос. То есть мы не завышаем планку на какие-то компоненты, но к уровень качества мы никогда не снижаем. То есть мы подбираем, у нас работает целая команда элементарно, и команда, повторю же, от э, бывших сотрудников госслужб, которые, допустим, были ну, в самом пидм-станции, которые контролируют, и мы с ними консультировались, и люди, которые проработали, знают, я приносил, приносил им банки, грубо говоря, дома вечером за столом, и они сидели, смотрели, что лучше понизить, лучше добавить, uh -huh. ну, что именно. От тобто такий дуже серйозний підхід да, до якості да. води. А, якщо от ви казали, що ви займалися а, тарою, так? спочатку ви да, виробляли. Да, да. Це, я так розумію, якісь баклажки ємністю там, 4 літри, 5, які вони ще бувають? А, чи це кулери були, да, чи це, в... я не знаю, як називаються такі великі ємності, які вставляють в кулер. Да, ну, Взагалі, как бы, в. Самая средняя баклажка, точнее у нас была по производству, мы упор сделали на основное, как бы это для производства мы изготовляли, 18 литров, ну как они пишут 20, допустим, компанию, мы тоже напишем 20, потому что так легче, там 19 чем-то литров, там 19 800, потому что объем еще самой тары должен занимать, точнее вес. А сам факт, вот 19 и сейчас мы вышли, допустим, на 10 литров. У нас есть в производстве сейчас очень удобный продукт, мы сейчас в основном работаем по 19-литровым, ну, вот таким по 20-литровым э, баклажкам. Но мы выпустили продукт в тетрапаках. То есть это очень классный продукт в ассортименте. Во-первых, он прежде всего на 10 литров. И мы сделали такую упаковку, повторюсь же, такие, как бы, я как видел это я, это очень удобно, э -э, как бы идет коробка, в ней идет тетрапак сам из пластика и с краником. То есть вы открываете, она квадратная, она не стандартная баклажка, как вы видите в магазинах, ну, допустим, в любых компаний воду, потому что баклажка с большим горлышком не всегда удобна, и она может примяться, лопнуть еще что-то. Тетрапак он достаточно мягок, и он еще идет в, корон, ну, в коронной картопке, естественно, как каркас. Да. То есть и его удобно даже, мы даже на складе, когда складывали элементарно, очень удобно ну, скомпоновать и передавать куда-то, как походный вариант с краником, то есть вы достаете, себе поставили, плюс вода не сильно всегда нагревается, потому что у нас коробка идет как бы как крафтового такого качества из картона. Она не темная, она не светлая, не нейтральная, то есть у нее, если вы, допустим, с холодного помещения взяли, она еще какой-то период, но определенно, сильно нагреваться не будет. Ну, естественно, если на, не на палящем солнце, она сутки не простояла. То есть и вот такую позицию выбрали и подобрали, и сидели анализировали тоже очень долго, как бы взять, потому что стандарт у всех баклажки это 6-5 литров, ну там плюс-минус, да, и есть 10, но это баклажки с ручкой, они не всегда, как бы не то, что практически неудобны. А тут такой продукт, вот у нас новый появился, ну основные две, то есть это непосредственно на данный момент. Раньше мы производили в основную 20-литровую просто тару, ну, то есть, для... для а скажите, банды. будь ласка, вот эту тару, она у вас есть? Ее могут люди замовлять окремо? На Например... ну без води купляти да, там кудись, вот... можливо, хтось хоче передати чи щось обладнати, чи там літо і е, якісь там, е, я не знаю, якесь приміщення е, таке для літнього періоду обладнати от такими, ну, скажімо, купляти воду от в такій тарі. Тобто у вас можна е, замовляти, купляти тару без води навіть теж, да? Так, да, 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 совершенно верно. можна пусту тару, е, ну, заказувати угу. без води. Тобто у нас недавно бриз Заказы, я спросил еще уточнил, тоже лично уже разговаривал с клиентом. Мне звонок поступает, и говорят: хотим бак, ну, саму баклажку Тару, да, в простонародье вот эту, на 19 литров. Я говорю, возьми, у вас ранее была, типа, воду под замену просто обменять? Uh -huh. Нет, типа, у меня вообще нету. Я говорю, хорошо, давайте возьмите баклажку, там 370 гривен, по-моему, у нас сейчас стоит, именно с водой. Мне нужно только без воды. Я говорю, так это же мне вам вода, по сути, будет. Потому в, что мы, да, 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 бесплатно выходит, потому что если нет у mm -hmm. человека баклажки, да, условия, ну, у нас такие, что вы как бы покупаете баклажку, ну, допустим, mm -hmm. в магазинах она стоит, если так, ну, разобраться, гривен 400, 470, ну, будем mm -hmm. в этой ценовой политике, просто пустая. То есть она а была... вы уже с водой, это Да, мы с водой уже, оно, в районе 370 гривен у нас на данный mm -hmm. момент стоит. То есть мы с водой ее просто привозим. Без воды мы можем предложить, если человек очень сильно настаивает, такие были тоже клиенты, mm -hmm. ну, очень часто звонят, именно просто баклажки, просто баклажки. 350 гривен, да, у нас. Могут бороться для воды? Не знаю, не знаю. Вот такой иногда сомнительный вопрос. Живя в Одессе и без воды, то есть тебе еще и предлагают. Я знаю, что есть, например, магазины, которые. Які... Торгують там фільтрами, от теж там якісь баклажки, щось таке, і у них можна купляти воду. Тобто ти приїздиш зі своєю тарою, купляєш у них, вони ну, так можливо рекламують там свої фільтри. Я не знаю, як це виробити. Чи, чи може людина приїхати до вас з пустою тарою і набрати безпосередньо на вашому підприємстві воду? Ну, от їде там машиною, так? І якщо ви, от це перше питання, і друге на це коли у вас замовляють воду, чи є у вас якісь умови від з кількості залежить? Можете ви привезти в цей же день, коли замовляють? Не ставите ли ви умови, що от ви повинні взяти там не там 50 літрів, а 100, бо з п'ятдесят ми не угу. привеземо? От таке такі два питання. Так, я безразумив. Значит, у нас как бы условия как таковых, они для всех клиентов тоже, я в сфере услуг как бы и понимаю, что человеку надо. Я люблю, когда это удобно, комфортно, сам как для себя, знаете. Угу. Так, лучший продукт это когда делаешь как для себя и создаешь условия как для себя. То есть это изначально был регламент нашей всей воды. Сам факт того, что у нас условия как таковых, они лояльны. И то есть по факту мы можем сделать перечень условий таким образом, что если разбираться... В плане доставки, если у нас идут заявки с утра, мы чуть-чуть делаем график, потому что сейчас в связи с ну, войной этой у нас меньше стало сотрудников, естественно, и меньше у нас стало не оборудования, а машин самих. Mm -hmm. То есть чуть-чуть неудобно, но мы стараемся сделать как максимально быстрее, максимально больше. То есть мы делаем заявки, допустим, если вы позвонили после шести вечера даже после 7, то есть у вас, ну, соответственно, переносится на завтра вода, uh -huh. потому что у нас уже водителя все разъезжаются, очень много областей, ну, то есть условия uh -huh. да, живут, и они должны добраться домой, естественно, к своим семьям, и прежде всего э если это будет у вас доставка воды, заказана до, до 12, до часу, совершенно спокойно э каждый водитель ему скидывается непосредственно информация о клиенте, uh -huh. адрес, телефонный номер, вплоть до парадного этажа, ну, то mm -hmm. есть такие тоже условия соблюдаются. И, естественно, когда водитель на подъезде, он сначала может за час прозвонить находится ли клиент дома, то есть, угу. ну, кто заказывал воду, либо же, если человек не отвечает, он будет перезванивать уже по этому адресу, потому что составляется график доставки. Как таковых условий от объема у нас никогда не зависело. То ли вы закажете непосредственно пак воды на 10 литров вот эти новые тетрапаки, да, то ли же вы закажете одну, две, баклажки, неважное количество, именно 19-20 вот этих литров. Угу. То есть любой объем. Закажете больше, у вас будет больше вода закажите, так как вам удобно, одну баклажку она вам на неделю, через uh -huh. неделю, пожалуйста, звоните, uh -huh. то есть или заранее, можем даже заранее заявку на какой-то день, ну, оформляют, очень часто у нас так бывает, допустим, компании заказывают, звонят говорят, нам нужно 5 баклажек. Ну... А вы привозите за доставку, пла, треба платить, так, воды? Uh... Чей входит в... Ну, в, у нас в сумму, я у нас стоимость в, так, угу. да, входит в вот эта доставка, то есть угу. мы нам делают заказ, и мы просто привозим, развозим. Угу. То есть вот с таким -таки, цікаво, мне так сподобались вот эти тропаки, так? Да. Я так понимаю, вы одно предприятие, у которых есть такие тропаки. Это уже... Ну, если честно, мы сейчас, э, промониторив рынок и свое удобство, ну, удобство, как мне нравится, э, они у нас одни в Украине. Uh -huh. То есть это как бы новинка такая у нас по тетрапакам, потому что интересно, вот у меня дома постоянно стоит, uh -huh. то есть даже родители, ну завожу воду, непосредственно привез, оставил, uh -huh. я говорю, пускай стоит тетрапак. Угу. Очень довольна, особенно даже элементарно дома, когда под кондиционером холодильник так, <с <с так, раз так, подошел так. краник надавил, так, то так. есть там уже и краник удобно встроенный, угу. то есть много места не занимает и удобная компактная угу. коробка в плане того, что она симметричная, Но 30 она на 30 компактно комп, такая. Очень так. сильно напоминает, если ну через зрители наши поймут э, э, по 10 литров, как алкоголь продается в а, так, так. то так, есть вино есть очень часто, вот вот такого же формата сделан тетрапак именно наш, то есть все точно аналог. С водой а можно багато разів и так? Тетропак, так. но он как бы одноразовый а, идет. Да, да вот да. в том-то дело, что одноразовый, но еще с упором на то, что для экологии. То есть угу. элементарно для экологии там идет содержание пластика на 60% от любой даже баклажки, которую угу. вы покупаете, 6-7 литров в магазине. То есть там идет только тетрапак пакет, который из пластика он очень тонкий, но он очень практичный и эластичный. Угу, угу. Ну а остальной картон картон это бумага угу. у нас идет по производству так. она даже элементарно все выкидываете то э, можно что она ее переработает угу, такие угу. и обратно запустить в производство а скажите, пожалуйста, если говорить по вот, кулеры, те так возможно замовити помпы для таких баклажек, ну mm -hmm. я не знаю, как они называются Бут бутыли такие, знаете, стоят да, да, на да, подлозе, да, да, да. так помпа. у вас все все все, все ассортимент у вас есть? Да, так? у нас ассортимент на сайте есть, как mm -hmm. бы есть элементарные кулеры ну, самое простое то, что в офисе очень часто ставят, да, э -э, переворачивают, ребята тоже привозят, меняют mm -hmm. вам, ну, то есть не человек этим так, занимается, так, так. вот ваша задача пить и наслаждаться, mm -hmm. скажу так. Э -э, элементарно кулеры, э помпы есть у нас какие электрические, очень удобные, кстати, на сегодняшний день так и механические. Механические все знают при нажатии, mm -hmm. то есть мы понимаем, как mm -hmm. она работает, так, качает. Так, Точно так же, но э -э, вот допустим Механически от них отошли по одной простой причине. У меня, ну как бы, их можно брать, можно заказывать и непрактичные, все хорошо, но э, у меня всегда такая не ошибка была, я хочу сильно пить, начинаю нажимать, надавил, грубо говоря, три раза, она качнула больше воды, и я потом уже -а ищу второй стакан где-то на кухне, чтобы подставить -а воду, -а то есть, ну, так. как бы она не, без ограничений стоит. -а, а вот в плане электрического он удобен в тем, что вы нажали кнопочку, подержали, или дозировано, по-моему, там было несколько версий у нас, или дозировано, выделяет вам воду, то есть объем воды стакана то есть и проливаться не будет не будет никакого и не будет суеты знаете вот uh -huh. это со стаканами то есть и еще такой момент вот они чем удобны вот мне электрически самому очень понравились в том плане что она идет на зарядке то есть именно как телефон uh -huh. то есть можно даже от powerbank по моему зарядить мы как-то тоже пробовали вот в чем момент в том что она именно на зарядке потому что очень часто батарейки вы знаете Какие-то любые моменты на батарейках, точнее любые электропродукты на батарейках. Батарейки очень часто замену, они очень ну, много потребляют. Даже в фоновом режиме, когда они не задействованы, не работают, они все равно тянут ну, с батарейки энергию. Угу. Потому что она вставлена, плюс-минус, и все равно идет разряд ну, батарей, батарейки самой. А тут э, подзарядили, ее надолго хватает, увидели, что не хватает, можно подключить, сразу она заряжается, по-моему, очень быстро, что-то в районе там часа. У вас вже угу. будуть хороший ну, запас енергії, щоб е, спокійно воспользуватися цією помпою. Угу. І, і, і у по мене ще таке питання. Я, от, фільтри вони ж мають велике значення. Так? Що це за, так, за пристрої, хто виробники, чи мають вони сертифікати? Да, у нас есть сертификаты на всех ну, производителей, точнее на все оборудование, естественно, на подтверждение и замену по регламенту, естественно. Потому что непосредственно я приезжаю, непосредственно приезжает мой коллега, как бы, ну и сам директор производства. И мы это контролируем. То есть производство не оставлено на просто кого-то, которому лень чем-то заниматься, потому что, повторюсь же, такие, мы как для себя, мы и сами же ту воду пьем. Мы хотим дать людям то, что, значит, частичка мелочи, которая наладит жизнь, скажу так, потому что вода, еда ⁇ это очень важный фактор, ну, повторю же таки. То есть, и сертификаты у нас, по-моему, стоит... Uh, пару, у нас насос состоят немецкие и французские, то есть как бы есть варианты то, что качает воду очень хорошо, качественно и без всяких протеков, знаете, когда бывает такое на производстве случай, что протекает или еще что-то и потом производство останавливается. у нас как такового нет это, потому что у нас даже техника элементарно тоже находится на всякий случай. он все равно находится сидит смену ну, uh -huh. несет, чтобы если что какой то форс-мажор, у нас производство не останавливалось, потому что мы работаем нон-стопе. естественно, а в связи с нынешними событиями, то этот нон-стоп у нас увеличился еще больше. Вплоть до, мы просто обрадовались, когда можно, когда комендантский продлили, особенно в Одессе. почему? потому что у нас появилось больше часов работы и больше выполнить объемы, даже если заказы приостановились, выполнить на завтра. Ну, чтобы покрыть потребление именно э, ну, людей в, в нашем регионе и в наших ну, областях. Даже элементарно, когда э, первые дни войны мы сразу снабдили э, водой областную больницу. Более 100 баклашек воды, именно питьевой э, для бомбоубежищ, и снабдили Беляевский район ну, с первых дней войны, то есть сразу все бомбоубежища у нас были, нам позвонили, сказали, можно, я говорю, без проблем. Ну, берем в работу, и вплоть до того, что у нас машины водителей не, не хватало. Естественно, мы из этих побуждений садились и сразу ехали уже сами, грузили, то есть, потому что рук вообще не хватает никогда. Сейчас чуть-чуть более-менее люди подтянулись, еще помогают, ну, в том плане, что есть работа, рабочие места, и мы начали вот заниматься более большими объемами, то есть увеличиваем, что в плане качества, что в плане непосредственно работы. По поводу сертификатов качества, у нас все они имеются. Э, анализ uh <laughs> По-моему, городской да, анализ воды у нас есть. И у меня даже он всегда сохранен на телефоне. То есть, как документ офици официальный, с мокрыми печатями, совсем чтобы если ко мне приходят либо приходят на фирму, либо я приезжаю куда-то, я предоставляю, говорю: вот, пожалуйста, открываю документ, но в электронном виде, естественно, сейчас удобнее. В принципе, бумаги в машине всегда есть. И они видят анализ воды, содержание все, ну, всех микроэлементов. То есть, э, даже и по оборудованию у нас именно не двойная, а у, сейчас скажу у, очистка у осмосом обратного, ну обратного это самое проис, ну, происхождение, то есть это сейчас объясню, грубо говоря Обратный осмос это в простонародье называется, среди вот всех ну, тех, кто занимается водой. Вода поступает непосредственно качается с скважины. У нас есть очень большие такие бочки, да, они набираются там, допустим, 100 литров. Да? Ну, это я так скажу в общий объем на примере и со скважины. Она поступает, естественно, очень как бы ну, грязная, неочищенная вода. Ну, то есть со скважины, это же с земли мы берем, да, но из них э, к вам на стол, допустим, попадает только, ну, из этого общего объема одна треть. То есть две трети основного объема воды она отфильтровывается. То есть процентное соотношение как бы 70% у вас уходит, но ну, обратно мы выпускаем ее mm -hmm. в почву. А именно самые чистые 10, 10 30% мы их возвращаем именно в, ну, в питьевой вид. Они пропускаются через первый этап. Это то есть набор, сбор воды. Потом идет система очистки осмосом осмосная система подразумевает собой, то есть она выбирает все ну, тяжелые металлы и мембраны, то есть все это очистка идет полностью. И потом под давлением она возвращается делает второй круг, и под давлением еще более мелкие частицы, они как бы оседают и остаются, грубо говоря, на стенках. И уже выходит в, как бы, в тару питьевой непосредственно воды. После они поступают в соседний цех, там, где идет уже сборка упаковки, разлив, и уже в конце у нас стоят э, краны угу. там, по-моему, районе 5 или 6 кранов, которые выведены для бочек, баклашек, для тетрапаков по производству. И в них непосредственно в трубах, чтобы вода еще была более качественной и дольше находилась у вас на столе, то есть не вызывала никаких особенностей сейчас в плане детей, кишечные палочки или еще что-то. Ну, детский организм достаточно очень тонкий. Там стоят э, ультрафиолетовые лампы. То есть именно в самих трубах и вода пропускается при наборе уже через ультрафиолет, убивая mm -hmm. все ну, э, живые бактерии, которые в принципе организму они mm -hmm. просто не нужны. Дякую за відповідь. А, и знаете, как у нас уже програма добігає кінця, до речі, а, як споживач, а, наприклад, він для себе диагностирує, чи якісна вода чи ні. А вот вы, как фахівець, скажете, это правильно, чи ні? А, Например, вот Коли вода кип'ятиться в чайнику, uh -huh. там не повинно скільки б там не кип'ятили цю воду. Uh -huh. Там не повинно залишатися залишки від неї. накипу, скажем, так, если да, вода действительно чиста, якщо, то накипу в чайниках не мая, то есть, споживатель э, начинает думать, что это действительно качественная вода. Насколько это правильно? Uh, смотрите, такой интересный вопрос достаточно. Да, тут есть такое как бы мнение, что в плане э, остатка на стенках накипь, это очень как бы это значит достаточно вода минерализирована и и очень сильно много как бы вот этих крупных частиц, о которых я говорил ранее, чтобы пропускать через мембраны и обратный осмос. То есть у нас такого как такового нет, потому что как бы со содержание минеральных каких-то, оно по любому всегда будет, знаете, идеально очищенного не бывает. Есть просто осмос вода, то есть ну ее на вкус попробовать, она, как говорят, еще знаете, не живая вода. То есть в этом плане, да, она вот это именно та вода, которая вообще ничего по себе оставляет, но она после себя может оставить только плохое послевкусие, потому что она горькая очень. Потому что вот это именно соли элементарно, соля и минералы, они чуть-чуть содержали. Но, если вы видите реально по факту, что когда прокипятили какую-то воду, там осталось, ну, не как бы камни, но после какого-то пользования, допустим, неделю вы прокипятили эту воду, естественно, не сразу это проявится, и вы увидели очень большое содержание ну, вот этого накипи, этой накипи, тут тут возникают вопросы, да, насколько качественно производится именно, точнее, происходит именно степень очищения этой воды. Если вы увидели, потому что вы увидите в любом случае, что будет какая-то частичка накипи, но если Очень низьке содержание, но на вас не так пугає. Да, оно есть, потому что люди. У нас очень мнительные, это я знаю, що вони віджемітани какої та крупінки, всі то есть це не всегда є плохо. Ну є мінімальне, це нічого страшного. Дякую за відповідь. І у вас буквально там 20 секунд. Якщо якщо можете вкластися, в них які у вас рекомендації до тих людей, які зараз дивляться нашу програму з приводу вибору води. Рекомендации хочу сказать так. Вы пробуйте, пробовать надо всю воду. То есть это элементарно. Каждый человек разный, каждый человек должен подбирать для себя. Соответственно, когда вы подбираете воду, она вам должна быть вкусной и она должна утолять жажду. То есть не хочется еще раз пить, пить и пить. Если, вы знаю очень многих, люди хотят мягкую воду. Вот у нас именно мягкая такая вода. То есть по вкусу. Вы можете пить, пробуйте и анализируйте просто все. У нас достаточно хорошее производство, Просто, так що советую просто изначально нас, якщо хотите, а потім вже зробити свій свой зібрати в плані, допустимо, води. Дякую за відповіді. Я нагадаю, що сьогодні гостем програми був заступник керуючого підприємства Зоріне джерело Максим Єфименко. Всі координати підприємства протягом програми ви бачили на екранах телевізора своїх телевізорів. І дякуємо вам за те, що цей час провели разом з нами. А мы побачимось.